По меньшей мере 20 человек стали жертвами бури и проливных дождей в Македонии. Пострадавших более сотни. Более 20 македонцев считаются пропавшими без вести. Стихия обрушилась на страну в ночь на воскресенье. За несколько часов выпала месячная норма осадков. Канализационная система не справилась с этим объемом, из берегов вышли речки. Многие погибшие не смогли выбраться из автомобилей, затянутых потоками воды. В столице и пригородах были повалены деревья, отключилась подача электроэнергии, что осложнило действия спасателей. К северу от Скопья под водой оказались целые кварталы. На северо-востоке Македонии оползни отрезали от связи с внешним миром три села. Дожди, хоть и не такие сильные, ожидаются и вечером в воскресенье. Ощутили на себе непогоду и соседние страны. В Хорватии из-за сильного ветра отмечены перебои в работе транспорта. В частности, пришлось закрыть несколько мостов на острова Адриатического моря. Движение по многим прибрежным трассам ограничено.